Бытуся, мамочка, ну почему ты опять мне бардак развела? Я же все почистила, доча. Блин, я так все почистила хорошо, и блядь, меня опять все разнесло. Так, а где мама? Теперь маму не вижу. Мама. А. А ты зачем мне это принесла? Ты ломала это, да? Сломала? Да. Ты трогала там что-то еще? Ага. Что трогала? Угу. Что трогала? Ну, положи на место, только не трогай, хорошо? Положи. А? Где взяла? Ага. Молодец. Угу. Ага. А где мама? Вы видите маму? Я загадала там желание сесть на диету, и все исполнилось. Очень сильная икона. Татуль, как считаешь, нанять няню, чтобы помогала с малышом? Это нормально? Конечно, нормально. А что в этом плохого? А у мамы эфир. Что, моя любимая? Ты все на место положила, да? А. Да? Ты какая молодец у меня. Иди ко мне, моя принцесса. Ой, блин. Ты очень, знаешь, ты вот мне... Она мне ночью сегодня очень сильно по носу ударила. Еще. Мамочка, мне больно. У тебя мама нежная. Да, мне, знаешь, как больно. Ну, что ты так делаешь, да? Да, ты маму носик ударила, маме больно. Осторожно своими маленькими ножками. Ой, какие ножки у моего ребеночка. Алло, алло. Алло, алло. Такие красивые. Просто принято считать, что женщина все может сама. И с ребенком должна сидеть, и по дому еще работать, успевать. Слушайте, я не знаю, девочки, я считаю, что жизнь должна приносить удовольствие. Удовольствие в каком смысле? Вот у меня есть дети, да? Или вот я там хотела бы там троих, четверых детей, да, допустим. Ну, просто у меня нет возможности пока на это. Ну, вообще в идеале. То есть, чтобы... Это все не должно быть обузой. То есть, если у тебя есть возможность, что тебе кто-то может помочь, я считаю, что это правильно. Я считаю, что всегда нужно, никогда нельзя забывать о себе тоже. Потому что намного круче, когда ты такая счастливая, довольная, бежишь к своим детям, там, не знаю, ты сделала то, что там ты хотела, ты пошла на учебу, ты пошла там на работу, еще что-то, ты сходила, там, встретилась с друзьями, ты пришла домой, вы поехали с ребенком в парк, в цирк, да куда угодно. То есть, я считаю, что всегда нужно совмещать полезное с приятным. Вот. Поэтому я в этом не вижу ничего такого. Наоборот, считаю, что если есть возможность, наоборот, всегда себе нужно помогать. Потому что если ты сама себе не поможешь, кто тебе поможет? Кому это нафиг надо? Если ты даже сама себе не хочешь помочь, грубо говоря. Если человек видит, что ты такая, знаешь, и коня остановишь, там, и это сделаешь, и то сделаешь, и пятое, и десятое, и ты все, ты можешь, все, ты умеешь, ты такая классная, крутая, то зачем вообще, в принципе, напрягаться, если у человека и так уже подсознание будет сидеть то, что ты и так все сделаешь. А мы, женщины, наша проблема вообще женщин на сегодняшний день, то, что мы как бы взваливаем на себя все. Начиная там, вот смотрите, даже пример, вот начинаешь жить с мужчиной в квартире, да, это и моя ошибка, я так делала. Начинаешь жить с мужчиной. И ты такая там, пошла за свет оплатила, пошла там газ оплатила, пошла там, и знаешь, напоминаешь ему, ой, завтра надо платить за коммуналку, ой, завтра нужно платить за то, за все, за пятое, десятое. И ты такая ходишь, бубнишь, 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 он знает, что ты об этом не забыла, и он знает, что ты все равно оплатишь, потому что у тебя, ты гиперответственная. Если вообще ходить молчать, вот первый месяц он обосрался, не заплатил, ему будет, он поймет, что он сделал что-то, но ты рот при этом не открыла,
второй, третий месяц он уже будет оплачивать все четко, будет понимать, что если это он не сделает, что это не сделает никто. Но если мы ему предварительно уже даем понять, что в принципе мы можем все сами сделать, и ублажить, и покормить, и за квартиру заплатить, и кровать купить, и еще за детьми присмотреть, и еще пойти на работу, чтобы оплачивать свет, газ и воду, то тогда какой смысл вот жизни с мужчиной? Мы сами, девочки, виноваты. У нас мужчины, они на самом деле хорошие. Это мы сами виноваты в том, что мы делаем, в том, как мы строим нашу жизнь. Да я нахрена, а я не иду. Иди сюда, посмотри, дочка. А мы же, мы такие хорошие, мы все сами можем. Да мы тебе сейчас еще и ноги помоем и поцелуем. А потом сидим, а потом сидим у разбитого корыта, потому что мы себя не любим, девочки. Мы себя не любим, мы для себя, мы к себе плохо относимся. Вот в чем проблема. И это правда. Неужели вот когда я с Валерой жила, неужели это жизнь? Неужели я себя настолько низко ценила, что я как бы вот там еще бегала за ним и думала, боже, как я его люблю. Я к нему хорошо отношусь, он хороший человек, но это как друзья. Но как выбрать такого человека по жизни, ну блин, ну это же, вот о чем я думала? Почему я настолько себя не ценила? Почему настолько я была для себя лично в своих глазах недооцененной, или как это сказать? Я себя не оценила. Я считаю, что это, что мы так, девочки, не должны поступать. И мы настолько на сегодняшний день, мы настолько в нехватке любви женщины, что мы поэтому мы бежим за мужчинами, потому что нам не хватает любви. И это правда. К сожалению, это правда. Переверни телефон, а куда? У меня руки все ровно стоят. На данный момент женщина намного успешнее мужчин. Ну, опять же, почему? Потому что женщины, как бы, они такая, ой, да ладно, слушай, ты можешь, ой, сиди там, ничего не делай, ничего страшного. Знаешь, как вот, ну ладно, я просто не хочу говорить, но по факту мы сами, женщины, расслабили мужиков. И поэтому мы становимся успешнее, потому что мы им показываем свое, как мы круто можем все делать. Так если ты все можешь так круто делать, зачем тогда другой будет напрягаться? Ну, как-то так. И, ну, мы сами виноваты, девочки. Ну, а что теперь поделать? Я вот, знаете, даже смотрю. Что, у меня интернет плохой или что? Как научиться женщине ценить себя? Вот, наверное, я не знаю, как у меня это получилось в какой-то степени, что я просто взглянула на себя со стороны, на то, как я жила, на то, какие чувства я испытывала, какое было отношение ко мне. И мне казалось, что я ведь готова была с ним идти до конца, несмотря на то, что там я просто тряпка. И когда вот, слава богу, что так все получилось в моей жизни, что мы с ним развелись, там, и я смогла посмотреть на это все со стороны, для меня это большой урок. И если бы, наверное, я этот урок если бы я этот урок не вынесла, наверное, я бы так и жила с таким бы человеком, и до сих пор бы считала себя, вот, ну, видимо, внутренне я себя считала никем, раз я достойна только такого. Ну, мне так кажется, я не знаю. Так, ладно, мои хорошие. Короче, я пошла. Спасибо, спасибо. Простите, пожалуйста. Я пошла. Я вас всех целую. Так. Так, пупсик. Слушай, это реально уже достали.
Слушайте, ребят, дай бог, что у вас у всех был такой же нос, как у меня, чтобы у вас были такие же знания языков, и чтобы вы также работали над собой, потому что когда вы меня обсираете, знаете, извините меня, конечно, но когда я смотрю на свои старые фотографии, на свои сегодняшние, да, ну ладно, сейчас там я не при параде, не при марафете и так далее и тому подобное, у меня просто домашний образ. Давайте будем честными. Я проделала огромную работу над собой, считаю, что сделала ее шикарно. А сидеть и бездеть там... Не знаю, как можно вообще... Вот вы встречаетесь с человеком, и вы что, с ним обсуждаете его внешность? Ну, это бред какой-то. Ты сиди, либо читай, там, интересуйся чем-то, а не сиди и обсуждай мою внешность. Потому что в мире я что-то... есть кое-что поинтереснее, чем внешность. И я считаю, что я очень красивая, я шикарно выгляжу, у меня есть чувство вкуса, чувство такта и чувство стиля. И поэтому я вам призываю вас только учиться у меня. А если вам научиться нечему, тогда не тратьте свое время. Идите туда, где вам нравится, где шикарный нос, где шикарные губы, где шикарная жопа, где шикарные письки, сиськи и так далее, и тому подобное. И вот смотрите на эти сиськи, письки и наслаждайтесь. Вот. У нас немножко другое сейчас направление. Поэтому я вас. Так, вот. Поэтому я вас целую. Обнимаю. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы меня любите. Чао. Пока-пока.